Во вторник в Самарской области облачно, местами пройдет дождь, гроза. 24-26 днем, ночью 20-22 выше 0. Ветер северо-западный 3-5, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани облачно и дождь, днем плюс 24, ночью плюс 22, северо-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 25, ночью плюс 21 градус, северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре переменная облачность, возможен небольшой дождь, плюс 25, в дневное время ночью плюс 21, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, температура воды в реке Волга 21,7, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.